Вот так. И вот так. Так, так, так. Звук нормальный, это все нормально. Окей. Эй, всем привет, с вами Хэппи. Сегодня с вами продолжим играть в Poppy Playtime глава 3. И сегодня мы должны, насколько я знаю, закончить эту главу. Продолжаем с последнего сохранения. Последнее сохранение, насколько я знаю, мы убежали от этого кота. Блять, вот это было, конечно, на самом деле страшно. Код, блять. Я сразу себе открываю. Да, в смысле? А, ну вот, загружается. Может, потому что-то не работает. Я сразу себе открою, типа... А! В смысле, ты... Серьезно? Ой. Так, стоять. А чё ты такой яркий-то, дружочек? Ну так вот сделаем, что ли? Ну-ка. А чё он такой? Ну, блядь. А, не, ну, как-то... Ну, ладно, это лучшее, что я могу сделать, если честно. Окей, то есть мы остановились на том, что мы сейчас... должны... Так... А что мы сейчас должны делать? Мы сейчас должны... Так, ну мы открыли. И мы сейчас... А, все, точно, я вспомнила. Мы несем вот эту фигню. А потом... Ой, блин, опять мы убегаем от этого кота. Ебота. Кот-ебот. Он не дремот, он кот-ебот. А что? Ну, правда. Так, идем. Боже, какие они длинные. О, теперь энергии должно хватить. А тебе принести эту большую БТ-сону генерации газа. И мы сможем выбраться отсюда. Это тебе недалеко от вагонетки, которая ведет тебя... Короче, мы знаем, куда идти. Нам туда. Это как раз спереди. Ну что, ребят, готовы снова убежать от кота? Ебота. Закончились, ладно. Дальше все равно должно быть все видно. Опа, опа, опа. Давай, давай, двигай телом, зажигай. Так, вот. Итак. Ну что, готовы, дети? Да, да, капитан. Нет, нет, капитан. Сука, нет, капитан. Капитан, капитан, улыбнитесь. Какого хера, какого хера, какого хера, какого хера, какого хрен, какого хрен, какого хрен, какого хрен. Что-то не так. Ну окей. Влево нажимаем кнопку, садимся в лифт, внутри лифта нажимаем мелкую кнопку, и вот мы здесь. Так, код будет подниматься вместе с нами по шутке. Так, короче. Сейчас очень страшно. Сейчас очень страшно. Так, тут сохранение, окей. Это сюда. Так. Куда? Туда. Типа, мне это надо сюда вставлять? Ой, ёпт, а как мне? Куда мне? В смысле, скоро? А где? А у меня маска сломалась, типа. Как понять? Не поняла.
Здесь надо стоять? И что? В смысле? Сколько я скуда дыму? Это как? Впереди 5 батарей. ТНД батарея, где сейчас включаем зеленый источник, заряжаем большую панель, на экране появится подсказка. Я так понимаю, появится появится здесь. Да? И я так понимаю, что мне надо типа и зарядить штуки. Туда, сюда, сюда. Еще. Ага. Так. А, или это типа они хотят сказать, что мне надо... Чё, подожди? Гэмбрис подсказка. Двигаем ее батарея. Приемная тока. Боковая панель включает газ. Что... Ага, здесь. Здесь, с другой стороны. Прыгаем все это панель. Спрыгаем на ящике. За ним еще два приемника тока. Первая батарея в главной панели. Начнется отсчет времени. Чего? А, бля. А, подожди. Оп. Блять, блять, блять. С какой стороны он идет? Так. Что я хоть делаю? Чем я занимаюсь? Типа... сигнальными ракетами? И что это значит? Блять! А как понять? Так. Вокруг в коридорах нужно... начнет ходить код дремот. Нужно отгонять его сигнальными ракетами. Если он начнет движется, нужно быстро открыть решетку и перепрыгнуть ящики. Включить там панель, чтобы временно закрыть путь. Ага. Последний раз, сука, я это делаю. Это последний раз. Я занимаюсь этой херней последний раз.
Вы не хотите смотреть, как я продолжаю страдать, я надеюсь. Это последний раз, когда я занимаюсь этой херней. Если я не смогу это пройти, то все. Я тупо беру из интернета видео, меня не волнует. Где? Точно. Да, блять. Я думаю, игра просто еще и неправильно работает местами, моментами. Подождем, подождем.
сука. О, фух, есть, ура, я смогла. Пошел нахер, пес смердящий. Ты чё, пес, ты чё? Все, и пошел в жопу. Уф. Что, не ожидал, что твой папочка тебя заберет с собой? А, он добровольно. Кошара ты этакая. Такой типа, а я-то чё? Козёл! Господи! Ну и тварь же ты! Какая ж тварь! Какая ж гнида! Оу, у меня руки нет. Что ж. Есть. А, нет. Ну, что ж, окей. Куда мне там надо теперь идти? Ну-ка, минус кот, все получается. Что я могу еще сказать? Пошел кот нахер, я вам так могу сказать. Все, я, он меня задолбал. Куда мне надо, боже? Обороняемся, оборонились. Так, убьем его. Спускаемся на лифте. На каком лифте? Какой лифт, блять? Ну, получается, на этом же самом лифте, да? Получается, мне сюда? А, да, получается. Окей. Так. Окей. Господи, это было настолько ужасно. Это я, ну вот зачем? Эта херня, если бы он в конце вот тоже начал, я ничего не понимаю. Мне еще и опять ставить тебя? Так ты ж стояла там. Почему ты не можешь ставиться, алё? Ну, нормально ж все ставилось, работает. Окей. Нажать кнопочку. О, работает? О, пошел процесс, все, заработало. П, значит, попи. Не будет, пусть у меня будет ракета. Так, все работает. Ух, как же это было ужасно. О, ура, свет дали. Ура. Так, а что дальше? Где-то что-то должно открыться, да? Наверное. Я так думаю. Ну, давай пойдем. Че, куда мы пойдем? Сюда? Тут же что-то, да. Вот тут такая штука есть. Отлично, ты здесь. А ты где? Я носит тебе удалось невозможное. Я знала, что у тебя получится. Где она? Какого-то дыма-то больше нет. Красный дым обезвредили. Так где тебе все возвращается на круги своя? Ты где? Если мы пойдем дальше, то тебе следует знать правду. Извините, а где она?
ты здесь из-за своих... А, вот ты где! Ты хочешь знать, что произошло и почему? Да. Это и есть ответ. Давай! Господи. Мы называем это часом радости. Ага. Час радости, золотой миг, туда-сюда. Так, давайте посмотрим. Ну-ка, это интересно. Час радости. Так, стало интересно. Угу. Так, сотрудники Хаги. Так, Хаги их на них напал. Ага. Так, Хаги напал на них всех. Ну, окей. Мамочка? Да, мамочка бьет их. Так, и они все мертвые падают. Здесь у нас что? Чуваки. Это... Малышка? И что это было? Я не понял. Бегает от... мисс Радости, или как ее там? Их несколько, нихера себе. Хаги-ваги пытались препарировать или что-то с ним сделать, но он сбежал. Он не сдался. Так, хаги-ваги. А нет, это коробка. Чела-коробку мы с вами еще не видели. Так. Кот. Кот-дреймот, да? Угу, кот-дреймот. Ходит. Но они всех поубивали. Окей, это все понятно. Но их поубивали, это ясно. Я пока не получила ответ на свои вопросы. Так, цветочек. Ну... И чё, ты мне Америку как-то не открыла? Так, и все? Я помню все в мельчайших деталях. Угу. А, и тот звук продолжался так долго, что становилось тошно. Он пробовал прятаться, убегать, все, да все что угодно, лишь бы выжить. Они. Я помню их крики. Аж мурашки по коже. Что происходит? В чем дело? Что это за штуки? О, не плачь. Это было массовое убийство. Бессмысленная бойня. Они убили всех. Невиновных, виновных. Им было все равно. Все эти смерти. И ни к чему не привели. И потом, когда резня закончилась... Они утащили тела вниз, где их никогда не найдут. А потом они сожрали эти тела, чтобы выжить. Ага. О, боже, прототип должен умереть за это. Привет, Кисси. За все. А, ну так они такие милые! Я не могу, ну правда, это единственное, что меня радует в этой игре. Интеракция Кисси-Мисси и Поппи. Ну я спускаю там, ну какая же она милая! Как только доберемся вниз, лифт отправим наверх. Держись крепко. После тебя. О, спасибо! Ну да, мы... Блин, они милые. Я не знаю, что там у Поппи за... секреты, тайны и так далее. Пока, Кисси. Увидимся. Как только приземлимся, надо осмотреться. Там что-то... Что? Что он делает? Это не... Нет, 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 нет! Мы идем! Держись! Мы уже нужно быстрее! Там что-то будет, Кисси! Кисси! Что случилось? Нет! Пожалуйста, не убивайте Кисси! Нет! Не-н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 е! Вы чё? Вы охренели, твари! Твари вы неблагодарные! Вы чё наделали с ней? Нет! Это единственные персонажи, которых мне реально жалко! Типа Кисси и Поппи, мне пофиг, что они там, какие у них там тайные планы, мне плевать, что они там вообще задумали. И даже если они окажутся главными злодеями, мне плевать, я за них переживаю больше, чем за себя, ёк-макарёк.
Вы чё? Нет! Если они убьют Киси, это провал, это всё! Какой Хагиони? Хагиони, говно, Киси Миси, классная! Ой, ёп! Да ну! Да ну нет! Вы чё? Ох, нет! Я буду убивать за Киси и за вот эти... Они двое милейшие просто! Это единственное, что держало меня потом всю игру. Видеть Киси и Поппи. Это... Вы чё наделали? Вы совсем там с ума посходили? Нет, ну... Вы чё? А? Так, блин! Я не поняла! Нет, ну смотри! Я осуждаю их! Я их А, Поппи, Стелла... Фига себе, Нола Клоп, ну кого озвучивала? Майкл Ковач... Извините, тут просто... Ого, сколько Авалон поназвучивал! Кинчикин. Так, короче, это все. Боже! Если в итоге они ее убьют, я за себя не отвечаю. Ну, то есть, понимаете, да? Спасибо за то, что продолжаете. Да-да-да. Они охренели! Они совсем охренели, твари вы такие. Убивать Киси? Не, ну это верх неуважения и нелюбви к персонажу и игрокам. Все, я надеюсь, что после этой, ну, в отзывах они сделают выводы и вернут Киси. Это единственный персонаж, которого я хочу, чтобы она была жива. Все остальные, вот Поппи и Киси, они вот лучшие. Все остальные, ну... It's okay. Ладно. Надеюсь, что вам понравилось это все, ребятки. Подпишитесь на канал, поставите лайк. Я сижу на битый час, пытаюсь пройти этого кота. Я надеюсь, что за мои старания я заслуживаю лайка, подписки, колокольчика и комментария. Вот. Ладно. Всем спасибо за просмотр, ребятки. Надеюсь, что вам понравилось. Подпишитесь на канал, поставите лайк. Ну, с вами был Хэппи. Всем посмотрим еще раз. И всем пока.